Уже этой ночью закроют половину Южного моста по всей длине. Здесь начинается капитальный ремонт, которого ждали много лет. Конечно, нужен. А вы зимой ездили? Ну, там дыры были. Он уже ветхий, его надо ремонтировать. Много очень дыр, постоянно они возникают. Вот, и образуется геометрическая прогрессия. Поэтому его надо капитально ремонтировать. Будем ездить через Южный мост. Нам подходит. Ну, утром пораньше выезжать и все. Грузоподъемность моста на время ремонта уменьшится до 3,5 тонн, поэтому движение грузового транспорта полностью ограничат. Для безопасности людей принято решение сделать схему движения с пешим переходом. Мера вынужденная, но только она позволит быстро завершить ремонт. Маршруты следующие из Куйбышевского района будут направляться вот сюда под мостовой переход. Здесь будут пассажиры выходить, подниматься по лестнице и проходить до ближайшей остановки общественного транспорта, которая находится на улице Промышленности. Пешеходный маршрут займет 6-8 минут. Делать остановки под мостом будут автобус номер 63, 66, 215 и 26. Важно сохранять билеты. По ним пассажиры бесплатно смогут продолжить поездку с остановок на пересечении Авроры с улицы Промышленности. Кроме того, будут курсировать 7 дополнительных электричек. В мае планируется организовать и речную переправу. Автобусы по дачным маршрутам, которые шли через Южный мост, теперь будут отправляться с Хлебной площади. Оттуда же транспорт городским кладбищем. Интервал движения сохранится, а при необходимости на линию выйдут и резервные машины. Сейчас территория под мостом, где будет останавливаться общественный транспорт, приводят в порядок, завершается ямочный ремонт. Вывезли весь мусор, который зимний при накоплении осталось буквально, я думаю, до вечера. Мы это закончим, нам останется поставить 6 урн. Во время капитального ремонта обновят дорожное полотно, тротуары, укрепят несущие конструкции и пролетные строения. Основной вид работ – это замена деформационных швов. По словам подрядчика, закончить ремонт планируют в 3 раза быстрее, чем предполагается проектом. Данный проект был разработан проектировщиками на 21 месяц срок производства работ. Мы намереваемся закончить все это где-то в октябре месяце, конец октября. За счет круглосуточной работы и увеличенного количества техники и людского состава. Гарантия на обновленное дорожное покрытие 5 лет, на конструкции объектов 8 лет. Если в это время возникнут дефекты, подрядчик будет устранять их за свой счет. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События.